Стратегию по борьбе с самыми опасными инфекциями мира сегодня примут в Алтайском крае. Как предотвратить эпидемию, обсуждают ведущие врачи региона на медицинском форуме в Барнауле. По словам специалистов, стратегия – это пошаговая инструкция для инфекционистов и эпидемиологов. В документе детально пропишут, как избежать вспышки заболеваемости чумой, холерой и сибирской язвой. А главное, как остановить распространение инфекции, если очаг все же возник. В разработке стратегии участвуют десятки ведущих экспертов региона, микробиологи, инфекционисты и специалисты санитарно-эпидемиологической службы. По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, сейчас эпидемическая ситуация стабильна и не вызывает опасений. Случаев заболевания не зарегистрировано, но есть риск заноса инфекции чумы из Республики Алтай. Несколько заболевших были выявлены в прошлом году в Кошагачском районе. Поэтому, по мнению экспертов, принятие стратегии Алтайского края по борьбе с особо опасными инфекциями весьма своевременно. Главная задача именно профилактическая – это предотвращение завоза, заноса. И это, конечно, прерогатива больше санитарной службы. Поэтому вот некая поэтапность, некая определенная роль каждой службы в этом документе будет прописана. А часть документа будет составлять план совместных мероприятий обучающего характера.